итальянский концерн Fiat на мотор-шоу «Караван Салон» в Дюссельдорфе представил концептуальный кемпер Ducato 4x4 Expedition, предназначенный для длительных путешествий с высоким уровнем комфорта не только в пределах цивилизованного мира, но и там, где кончается асфальт. В создании концепта принимали участие несколько итальянских и французских компаний. К примеру, компания Dunhill оснастила машину системой постоянного полного привода, состоящего из межосевого дифференциала с вискомуфта и задним дифференциалом повышенного трения. Компания Almeda оснастила машину специальной лебедкой, защитой днища и уникальным багажником, который можно трансформировать в обзорную площадку высотой 2 метра 70 сантиметров. Ну а компания Technoform, специализирующаяся на оформлении интерьеров яхт и катеров, оформила салон кемпера. Для повышения ездовых характеристик инженеры Фиата расширили колею, увеличили клиренс и обули машину во внедорожные шины размером 275/45/16. В качестве силовой установки на кемпере используется дизель объемом 2,3 литра мощностью 150 лошадиных сил. Согласно инсайдерским источникам информации в концерне Fiat, если данный концепт кемпера понравится экспертам и потенциальным покупателям, то машина будет запущена в серийное производство. Ну а если нет, то она так и останется просто концептом.